товарищи! Сегодня будем делать гречка с белым грибами из бараниной. Я думаю, что это получится. Просто будет фантазия. Сейчас мы сразу тут возьмем лук. Его мелко порежем. Вот это, мне кажется, что на килограмм мяса и гречки будет то, что надо. Наливаем оливковое масло. Добавим сюда лук. Как всегда, чтобы то было быстрее, мы досолим. И отправляем все это на плиту. Возьмем одну морковку, почистим ее так. Сделаем это, чтобы там были кубики интересные, красивые, когда то будем сервировать. Мне кажется, что это будет достаточно. Возьмем одну паприку или болгарский перец. Порежем одинакового размера, как и морковь. У нас уже лук начиняет. Слушно, сейчас мы то промешаем все. Берем лопатку от барашка. Режьте кубики, когда хотите делать плов. Пирога здесь немножко посолим. Все это промешаем. Мясо добавим к луку. Добавим немного белых грибов к нашему луку и нашему барашку. И также добавим немного моркови и немного болгарского перца. И оставляем, чтобы это все тушилось где-то примерно 5 минут. Промиту замоченную гречкицу добавим. Мне кажется, что это будет достаточно. Мы то все смешаем. Чтобы гречка не варилась, как обычно она варится, туда мы добавим немного сливок, 33%. Сделаем мы то так, чтобы это примерно было до верха. Где-то половину, чтобы было сливака, половина вари. То немного промешаем. Пока у нас это все закипает, сейчас мы почистим немного чеснока. 2-3 зубчика надо. Сейчас мы то порежем. Гречку мы замочили зараньше. Очень хорошо ее промили. Надо, чтобы она сварилась на 90-95%, а не чтобы до конца разварилась. Понятно, это обязательно. Уже начиная все это кипить, значит, надо нам быть рядом и нон-стоп каждую минутку это подмешивать. Возьмите немного соли, все это попробуйте, посолите, но немного, потому что мы делаем гречото, где мы добавим немного сыра, сыр тоже соленый. Возьмем теркицу, возьмем талеркицу и возьмем сыр. Все это немного потерти, можно на крупно, ничего страшного, потому что все равно внутри оттает, а мы хотим да получим такую массу, как ризотто, значит гречото. Забираем, на доску полагаем. Добавим чеснока, любой сыр, который твердый, оттает. Хотите пармезано, хотите грана падано, все это смешайте, чтобы он сейчас сюда оттаял. Обязательно накрутите немного. Хотите украсить? Партизан де Белградо, гречото де Москва и Серж, спасибо, чао.